В последние дни декабря, по сложившейся традиции, губернатор Белгородской области встречается с представителями средств массовой информации региона. Эта пресс-конференция своего рода подведение итогов уходящего года. Сегодня диалог с главой региона вели руководители 5 крупнейших медиахолдингов нашего края. Площадкой для проведения традиционной встречи в этом году была выбрана телерадиокомпания «Мир Белогорья». Общение губернатора с региональными журналистами длилось около часа. За это время глава региона ответил почти на десяток вопросов, рассказал о ряде проектов, которые в ближайшее время будут реализовывать на Белгородчине. Оценил социально-экономическую ситуацию в Белгородской области в 2013 и сделал прогноз на ближайшую перспективу. Чего нам ждать от 2014 в свете неблагоприятных тенденций в мировой экономике? Мы привыкли, что мы живем в благополучной области, что большое количество социальных программ действует и успешно реализуется. Но, тем не менее, разговоры о кризисе не утихают. И, наверное, уже совершенно очевидно, что бюджеты в ближайших лет будут достаточно напряженными. Мы уже понимаем, на чем мы будем экономить и каким образом возможные уменьшения бюджетных поступлений скажутся на простых жителях. Вот я могу сказать, на чем мы не будем экономить. Мы не будем экономить на исполнении майских указов президента, которые касаются развития, прежде всего, поддержки сферы образования, учителей, педагогов, педагогического сообщества в широком смысле, которые касаются поддержки сферы здравоохранения, которые касаются поддержки культуры, которые касаются поддержки социальной защиты, работников социальной защиты, которые касаются поддержки малого и среднего бизнеса. Вот здесь мы ничего не экономим, а наоборот будем с каждым годом наращивать вот поддержку вот в тех направлениях, которые касаются майских указов. А это основа. Это основа социального благополучия территории, и это основа дальнейшего развития, поступает на развитие экономики нашей области. Я перед собой ставлю задачу, люди не должны почувствовать, какой у нас бюджет, напряженный, не напряженный. Мы должны выполнять свои социальные, публичные социальные обязательства. Вот это мы будем делать. Вот это мы будем делать. А не плакаться, там, значит, не всем объяснять, да мы это не можем делать, потому что у нас бюджета нет. Я это никогда не делаю. Мы всегда стараемся находить выход из любого положения. Полную версию пресс-конференции главы региона Евгения Савченко с представителями областных СМИ смотрите в эфире нашего телеканала 1 января в 18 часов. Повтор телеверсии будет 6 января в это же время.